Картина «Пир Валтасара» Рембрандта ван Рейна предположительно была написана по заказу одного из влиятельных знакомых художника. Рембрандт работал над полотном в период 1634-1636 года. Сюжет картины взят из Ветхого Завета. Полотно повествует о неизбежности наказания за пороки. С ужасом и гневом взирает вавилонский царь Валтасар на каббалистические знаки, появившиеся на стене во время пира. Годы твои сочтены, а царство твое разделено между медианами и персами, гласят они. Эта кара предназначена Валтасару за деяния его отца, Навуходоносора, ограбившего Иерусалимский храм. Каббалистические символы Рембрандт узнал от раввина Менасеха бен Израиля, жившего по соседству в районе Синт-Антонис-Брейстрат и считавшегося одним из самых выдающихся переводчиков древнееврейского и претендентом на кафедру в Амстердамском университете. В 17 веке эпизод пира Валтасара считался примером того, как нечестивое веселье неизбежно влечет за собой скорбь. В центре картины сам царь Валтасар, оторвавшийся от богатого стола, чтобы взглянуть на стену позади себя, на которой в ярком солнечном свете рука невидимого человека чертит приговор его царству и ему самому. Роскошные одеяния царя, отовсюду свисают украшения, золотые цепи, а на укутанной в восточный тюрбан голове сверкает драгоценными камнями корона. Придворные испуганы. На лицах мужчины и женщины непонимание и ужас. Женщина, повернутая к зрителю спиной, настолько испугана, что вино, которое она должна была вылить в кубок, льется прямо на пол.
Картина выдержана в обычных для Рембрандта тонах – золотистых, коричневых, красных. Несмотря на некоторое нарушение симметрии и равновесия в результате неумелой реставрации и неудачного обрезания холста, это поистине выдающаяся картина. Бросается в глаза своеобразие техники, позволяющей сочетать скрупулезнейшее воспроизведение фактуры ткани и драгоценностей в одном месте, парчевое одеяние вавилонского царя, его серьга в форме полумесяца, великолепный тюрбан с более поверхностным их изображением в другом, как, скажем, красный бархат на женщине справа.